Глава Ивановской администрации любит спонтанные проверки. Визит Александра Кузьмичева в детском саду номер 143 явно не ожидали. Главный городской чиновник проверил, посыпаны ли дорожки у дошкольного учреждения, убран ли снег. Внутри помещения он проверил температурный режим, утеплены ли оконные блоки. В такой аномально холодный день, отметил Кузьмичев, температура в помещении должна быть не ниже 20 градусов. Напомним, отопительный сезон для учреждений соцсферы начался в середине сентября. Благодаря этому удалось избежать вспышек простудных заболеваний. В детском саде, который мы сейчас посмотрели, температура 23-24 градуса. В разных группах зашли, посмотрели в больших помещениях этого детского садика. То есть все соответствует температурным требованиям, нормам.